Ах, как тянет в горы, ах, как тянет к небу, в тишину простора, к холоду ручьев. Скажешь, я никогда не был в Дагестане, никогда не был в горах вообще, в принципе, ну, если не считать горами какие-то крымские горы, ну, какие там горы. Мы снова в Дагестане. Нас опять ждут горы. Но первая остановка в Махачкале, в Институте языка, литературы и искусства Дагестанского научного центра Российской академии наук. Нам сразу практически все объяснили, что если ты приходишь в гости... У меня по нашими сами этикету я не должен вам замечать делать. То есть гость — это главный, ты главный человек. Если даже самый такой враг-убийца перешел порог твоего дома, он твой кунак, уже ты ничего не можешь делать. Спасибо. Если ты даже враг, то все равно тебя будут принимать как гостя, как самого дорогого человека, и всячески тебя ублажать. Три дня вы как хотите будете вести. Ну, наш дорогой день, я скажу, будем стараться. Чай поменьше попейте. А, ну, если ты вышел там, если ты враг, и ты вышел за ворота дома, там тебя могут и зарезать. Вот, Андрей, вы поняли то, что Расул говорит? Да. Вы спокойно почувствуете, здесь вы у меня дома. Идея этого нашего нового путешествия заключается в том, чтобы сделать премьеру, показать фильм в тех селениях, где мы были в прошлом году. Ну, а затем ехать в другие места, где также были экспедиции Кибрика, двигаться дальше по их следам. И вот мы снова в Арчи. Дорогие мои земляки, действительно, сегодня у нас в гостях очень уважаемые люди. Мы помним и Кибрика, действительно, сегодня у нас в Арчиле его дочь Нина. Бог создал столько народов и разных языков, и в этом есть глубокий смысл. Каждый язык очень ценен, каждый язык на вес золота. И поэтому мой папа посвятил вот именно этому жизнь, чтобы малые, совсем маленькие языки одного аула, чтобы они не исчезли никогда. Если их описать, написать книги, изучить, как устроен этот язык, он уже не исчезнет совсем, благодаря книгам. В самом начале просмотра внезапно отключилось электричество в селении. Председатель сельсовета поехал за генератором, а Нина заполняет паузу сеансом одновременного рисования 20 детей. Ну вот, вроде бы все заработало и можно продолжить. В этот день мы показывали фильм дважды. Вечером отдельно для женской части населения. Большое спасибо, что они приехали, это самое далекое селение, вот наше селение, арчинцы,
этому рады. Вам очень большое спасибо. Я все время снимал в разные стороны, щелкал фотоаппаратом и видеокамеру вставлял в окно, поэтому Ирина за рулем была, она больше ощутила все эти опасности, горы, дороги страшные. Когда мы спросили, а что делать, если дорога узкая, две машины встретились, далеко назад, далеко вперед, некуда ехать, не разъехаться. Нам сказали, что надо выйти из машины, достать еду, будем сидеть, копеть вместе, разговаривать, общаться. Ну, так и не поняли, как заезжаться потом. Дух такой мы пытались отразить. Дороги привели нас в Мигеп. Он известный режиссер, кинорежиссер. Вот такие фильмы Андрей Викторович не только в Дагестане снимал, он и в Москве снимает, и по всей России снимает. И я с удовольствием хочу представить нашему селу, джамаату нашего села, вот Андрея Викторовича и его супругу Нину Киблик. Да. Вот наша соседка. Вот наша Фатимат. Не помните папу моего? Чем дошли вы, чем засидус? Я не знаю, она откуда. Она не помнит, конечно. Какие Путин, Путину скажи, деньги посылай. Нет, побольше денег, побольше. А больше, пенсии. Побольше. Пенсия вместе. Как будто второй родился на свете. Спасибо большое. Жалко, что мы... Очень красиво снято. Много фотки не наши, старину нашу показывали, но похожее было все. Ну, про Мигеп немножко мало. Хотели бы, чтобы побольше было про Мигеп. Очень красиво. Спасибо большое. Я же помню отца, я был в пятом или шестом классе, я помню, я был школьник, короче, я помню первый раз мы шли, короче, то ли ишака привязать, то ли телят привязать, короче, мы идем, и вот где это у вас, где стоянка была, рядом за школой, короче, там стоит этот газ-66, и приходит мужик, там, здравствуйте, и вот я каждый... Мы с братом, короче, все время к вам приходили, там общались. Я вот помню, короче, некоторые девчата были, они ни с кем, короче, они боялись туда ходить, они с нами только ходили туда на речку купаться. Надежно. Да. Ну, мы дружили на самом деле. Я это всегда помню. Я и Миша, и с ним, которые бывали делегации, короче, вот там есть и другие. Дима, например, мы с Димой, короче, близко так подружились. Вот в связи с языком, в связи с изучением, короче, вот этого языка, мы намного отстаем и намного вот над этим надо поработать. И я надеюсь, короче, буквально, короче, в ближайшем будущем, короче, мы, ну, что наша большая проблема, то, что мы в селении не проходим свой, как родной язык, даргинский язык не проходим. Ну, думаем, это в будущем мы можем навестаем, да, постараемся. Мы благодарны вам, конечно, Андрей и Нина, за то, что создали этот фильм. Он очень хороший фильм. Я несколько раз их просматривал еще до выхода на телевидении и вот анализировал. Вам удалось на профессиональном уровне создать хороший фильм. А мы движемся дальше, на север горного Дагестана. Продолжение следует. Браво, браво!